Наша организация не первый месяц занимается помощью нашим вооруженным силам, которые находятся в зоне АТО. На сегодняшний день мы также занимаемся тем, что помогаем нашей воинской части в ремонте казарм. Но не только мы одни занимаемся ремонтом казарм. Большую помощь нам оказывают райисполкомы, большую помощь оказывают предприятия, которые вносят посильный вклад. Нельзя сказать, что какие-то предприятия вносят больше денег, какие-то меньше вносят. Все помогают по силе своей возможности. Поэтому хочется сказать большое спасибо людям, которые неравнодушны к тем проблемам, которые на сегодняшний день возникли в нашей армии. Значит, также мы помогаем, не только помогаем ремонтировать казармы. На сегодняшний день большую помощь мы оказываем в сборе гуманитарной помощи ребятам, которые находятся в зоне АТО. Приобретали и бронежилеты, приобретали и каски, приобретали и носки, футболки, майки. То есть все, которое необходимо на сегодняшний день нашим ребятам. Сейчас в городе создан городской штаб по поддержке воинам, которые находятся в зоне АТО. Мы также собираемся принять самое активное участие и помочь нашим ребятам в этой сложной ситуации. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям нашего города, кому неравнодушна судьба наших ребят, судьба тех жителей, которые остались в Луганске, в Донецке. Им нужна помощь на сегодняшний день, потому что люди покидают свои дома, берут с собой только паспорт и вещи первой необходимости. Поэтому все, кто может и хочет помочь, мы обращаемся к вам. Пожалуйста, присоединяйтесь, помогайте в решении этих вопросов.